Добрый день! Сегодня я вам хочу показать игру, которая называется «Потешкина». По ней было много вопросов. Это стопроцентный аналог игры «Матрешкина». Игра потрясающая, игра, которая превосходно развивает цветовое восприятие, которая подключает зеркальные нейроны, которая прорабатывает и моторику, и внимание, и очень-очень много всего. В чем смысл этой игры? Кто видел у меня пост про игру Матрешкина, вы уже догадались, про что эта игра. Это игра, где у нас есть карточки с цветами и карточки с Аленушками, девочки мы их можем называть. Я думаю, они не обидятся. Мы достаем, как мы учим играть в эту игру? Мы берем карточку, да, например, одну с цветами, и берем двух Аленушек, двух девочек. Например, вот эту и вот эту. И говорим, смотри, где девочка вот с такими цветами, вот в такой одежде. Вот это или вот это. Мы просим ребенка выбрать. Ребенок показывает, что вот это. Мы говорим, а что она делает? Да? Повтори, что она делает. И ребенок делает эту позу. Потом мы увеличиваем количество карточек, увеличиваем количество девочек. Мы должны где-то за полгода этой игры привести к тому, что мы будем раскладывать всех девчонок в хоровод. Вот таким образом в хоровод мы их будем раскладывать. Быстренько доставать цвет. Видно вам? Нет. Туда. Достаем цвет. Кто быстрее схватит Аленушку, кто быстрее повторит ее действие, тот забирает карточку себе. Игра, в игру можно играть уже от 2 лет, и играется она лет до 4, до 5, спокойно можно в нее играть. Теперь, что касается Матрешкина или Потешкина. Здесь разницы абсолютно никакой нет, это 100% аналоги. И смотрите, не всегда есть смысл покупать игру оригинальную, да, разница в цене. Потешкина, по-моему, где-то рублей 200 стоит, Матрешкина рублей 500. Вот я сейчас жду игры от стиля жизни. Вот реально у этих игр нет никаких достойных аналогов. Поэтому, конечно, я буду советовать брать эти игры в оригинале, потому что достойных аналогов у них нет. Что касается вот этой всей карточной истории, у этих игр много аналогов, и можно всегда найти игру на свой кошелек, да, отработать быстренько этот навык и убрать ее спокойно. Поэтому жду вас в Бубик Тойс за игрой.